Всем привет! В общем, встал вопрос по поводу... Перестал с пульта закрываться дверной замок Renault Megane 2. И сколько видео посмотрел, как бы там в одном видео показывают там одно, в другом видео показывают другое. И как бы ребята одни показывают, надо вот разбирать там всю дверь. На самом деле, тоже так думал, французы, как всегда, накосячили. Ничего подобного, дверь разбирается очень быстро, легко. И вам для этого понадобится буквально там минимум усилий, и все сделаем. Сейчас подетально покажу все процессы, как разобрать дверь без всякого геморроя. Для начала первым делом снимаем вот эту транспортную заглушечку декоративную. И выкручиваем наш винт крепления ручки. Ручку саму снимать не обязательно. Точнее, вообще не надо. Все. Далее руки вставили аккуратненько. И вот так вот. Все, сняли эту крышку. Здесь у нас один саморез вверху. И вот здесь второй. Все, да, вы его нащупаете, в принципе. Такой же самый, как и верхний, одинаковый. Обшивки у нас, конечно же, тут задрочены. Но, как говорится, на скорость не влияет. Следующее. Можно пальцами, у кого пальцы помощнее. Я взял отверточку, если кому надо. С этой стороны поддеваем аккуратненько. Вот так вот. И вытаскиваем наш весь кнопку включения стеклоподъемников. Далее пальчиком просто, можно отверточкой. Нажали. Сняли разъем. Все. Следующим этапом вот здесь вот у нас есть саморезик. Торца. Мы его тоже откручиваем. Далее все просто. Вот где открыли, влаживайте туда пальцы. И все. Наш блочок влаживаем сюда. Все. У нас это не падает. Далее, это все снимать нет необходимости. Снимаем вот, тут у нас такой чехольчик есть, который закрывает от механического попадания. Вот, раз. И внизу он так само вот, если камера передаст, вот здесь вот, отверточку вставили. Этот пыльник у нас снимается. Тоже нам не нужен. Далее, смотрите, тросик, мы будем снимать замок целиком. Здесь тросик так само снимается довольно-таки легко и просто. Вот сюда вставляете отверточку. Вот. И аккуратными движениями. Сейчас я толстый. Поддели. Все. Тросик у вас так и останется, эта штука не снимается. Он у вас болтается здесь. Следующим этапом вы замок не снимете, пока нормально не снимете замок, пока не снимете дверную ручку. Единственное, что можно здесь сделать, это вот, смотрите, сюда. Разъем снять. Все. Дальше ничего здесь не трогайте. Ничего не надо. Переходим на наружную часть двери. Снимаете пластиковую заглушечку. Вот она. Она здесь закрывает рычажок, сейчас покажу для чего. У меня с пружины сделано обычно такой вот крючок. Сейчас он будет нужен. Далее снимаем. Вот здесь внизу такой есть прорезик. И снимаем, чтобы мы добрались до лещинки. Далее. Вот покажи сюда. Вот здесь внутри. У вас увидите вот такая будет пластиночка. Сейчас я за нее потяну крючочком. Все. Вот видите? Язычок такой. Вот он. Сейчас я сфокусирую. Так, как его? Вот. Вот так хорошо видно. Вот этот язычок. Просто он туда утоплен. Мы его под него поддеваем крючочком и тащим его на себя. Теперь смотрите. Теперь наша личинка дверная. Все. На улице. Ручка дверная. Вместе с нашими резинками. Вот. Поджали немножко,
Все. Ручка упала. Теперь после этого откручивайте эти три болта. Если вы не снимете личинку с двери, вы потом ее просто не вставите в замок назад. Потому что там место ограничено. Тросик с внутренней части ручки, вы его тоже потом не вставите, пока не снимете ручку. Смотрите, после того, как все разобрали, все, просто берем и вытаскиваем все это барахло сюда. С частью ручки, которую мы сняли, вот наша наружная часть ручки. Вот этот тросик, если вы на месте его снимете, вот так вот, он легко снимается. Но вставить его там потом по месту вы его не вставите. Я пока еще сниму, вот он. То есть его там на месте попасть, вот так его, аккуратненько, вставить, завести, и вот так вот вставить сюда, на месте нереально, только снять ручку. А так все, сбор и весь узел у нас без проблем снялся. Снимаем на месте внутреннюю часть ручки, она нам не нужна. Ручка работала хорошо, без заеданий. Отлаживаем в сторону. Все. Далее идем разбирать замок. Сейчас все покажу. В общем, разборка замка. Этот трос нас, в принципе, не интересует. Вот этот трос только, он здесь внизу фиксируется. Отгибайте вот эти вот металлические ушки. Отверточки я уже их просто отогнул, чтобы время не тратить. Только плоскогубцами, потому что отверточка его их не этот. Следующим этапом, вот куда наставляется личинка управления, вот сюда. Просто снимайте ее. Поддели аккуратненько. Она такая на легкой защелке такой. Все, она в руках. Перепутать вы ее не перепутайте, потому что, обратите внимание, вот у нее здесь вырез и здесь вырез. Как раз по форме этого. То есть она и вставляется. Вот видите, она даже в другом месте не станет. Так что, если вы ее сняли, то есть вот так вот вы ее нигде не насунете. То есть в одном положении поворачивайте, оп, она сама место нашла и все. Так, сняли. Железячки отогнули. И теперь потихонечку. Вот. Ушко раз. Ушко два. Потихоньку, не спеша. Видите, крышка вверх пошла. Здесь главное не упустить замок, положить его на какой-нибудь стол. Если упустите, потом механизмы разлетятся, будете собирать в кучу. Отодвинули, видите, вот. Это как раз трос наш. Берете отверточкой вот так в сторону. Все. Тросик остался на месте. Назад, когда вставлять, его будет немножко секс, но ничего. Нас интересует вот электродвигатель. То есть, если у вас концевичок, вот этот рабочий, мы его сейчас тестером проверим. Концевичок срабатывает четко, значит, тогда лезем к двигателю. Если к концевичку есть вопросы, значит, к двигателю пока мы с ней лезем. Сейчас снимаем аккуратненько все это барахло наше. Приподнимаем вверх. Вот. Вверх приподняли. И вот видите, такой фиксатор. Тут нужно нам его просто сбросить отсюда. Сейчас тут немножко аккуратно, чтобы не сломать. Иначе проблем будет больше, чем ожидалось. Все. Вот все, что нам нужно. Это все дело. Посмотрите внимательно саму расческу. Если расческа сама целенькая, никаких механических заеданий нет. Можете проверить. Это выпадает. Если выпадет, ничего страшного, вставить, оно в таком положении становится. Это наша ответка личинки. В нашем случае замочек чистенький, без всяких заеданий, зависаний, поэтому у нас просто не работает электропривод. Далее берем тестер, проверяем концевичок и проверяем электродвигатель. Взяли тестер, поставили на звуковой режим, проверили. Пиликает, наше счастье. Вот эти два вилочки эти идут на питание электродвигателя. Эти два на концевичок. Проверяем один, другой. И пальчиком нажимаю вот снизу. Вот. Видите, так ничего. А так все, работает. Далее электродвигатель. Если не уверены, можете просто взять 12 вольт, просто подать сюда вот. Проверить, мало ли, может, у вас там где-то в дверях провод переломанный, чтобы зря не разбирали его. Если вы уже там все убедились четко, подавали сюда
12 вольт от замка зажигания. Значит, снимаем двигатель. Просто снимается сюда, вот вверх выщелкивается. Можно подковырнуть. Все. Вот его два контакта. Вот. Которые входят сюда в электродвигатель. Так само проверяем на прозвон. Работает. Следующий. Все. Значит, это у нас все исправно. Нигде ничего в середине не лопнуло, не отломалось. Ну вот, я уже его разбирал. Вот в этом месте вот олово подпаяно. У меня просто тут контакты вот заходят. Если так вот посмотреть, я не знаю, будет камера передаст. Здесь контакт, вот они вот так вот загнуты сюда. Этот контакт просто, эта часть отломилась. Видно, нет? Вот как бы показать так вот. Вот. Вот здесь контакт, в середине вот. Я не хочу сейчас двигатель ковырять, там в середине все рабочее. То есть вот так контакт, второй вот так вот заходит. На этом контакте просто перетерлось. Берете вот ножик аккуратненько канцелярский и вот в этом месте чуть-чуть край подрезаете. Ну, у меня здесь подпаялся, потому что у меня там отломанный контакт был. Проблема была в этом. Если хотите разобрать двигатель, здесь отковыриваете ушки, и эта часть просто сюда вылазит. В задней части ничего нет, просто магнит и все, и втулка. Больше все щетки, все остальное, все здесь. Поэтому... Так, ну теперь... Как говорится, сборка в обратной последовательности. Сначала вставляем эту тягу нашу. То есть аккуратненько вот на пластиковый шлиц. Вставили. Теперь вот это ухо совмещаем с этим отверстием. Вот. Вот раз. И сзади. Вот, смотрите. Вот пластиковый паз. Вот, его сюда, а ухо сюда, все. Вставили. Вот. Он никуда не шевелится. Все стоит на месте. Поворачиваем к себе этой частью. И тут начинается секс. Я специально так сделал, потому что... Вот, может быть, у кого-то руки проворней, но у меня была это с этим проблема. И вот начинаем сейчас вставлять вот этот вот замочек вот сюда в вилку. Смотрите, вывели в максимально верхнее положение. Тросик сдвинули сюда на максимум. И просто так вот одеваете корпус. И все. Вуаля, все на месте. Совмещаем наши защелки. Чтобы везде, вот видите, здесь уперлось немножко. Здесь все защелкнулось. Проверили, все механизмы работают. Прежде чем загибать все эти железки, проверьте замок. Вот, взяли вручную, толкнули язычок, не работает. Проверили максимально сюда, чтобы у нас защелка работала. Где он? А, вот. Обращаю ваше внимание на вот этот вот винтик полуходовой. То есть, если его влево повернете, ручку снаружи не откроете. Так работает. Закрыли, повернули. Ручка не работает. Да, это наружная часть ручки у нас работает. Проверили внутреннюю. Так само потянули чем-нибудь таким. Все работает. Замок можно собирать. Загибаем все эти эти железки на место. Все, собираем теперь. Берем нашу внутреннюю часть ручки. Вот сюда, в этом месте у нас вставляем наш трос до упора, раз, и сюда вниз. Все, вот так вот она будет выглядеть. Вот теперь все это добро целиком засовываем в двери. Сначала механизм. Им тут тесновато, конечно, но
говорится, помериться. И теперь сразу ставьте замок на место. Вот его паз вышел. Совместили. Все, вот видите, замок стал на место. Можете наживить болты. Парочку наживите, никуда он не денется. Так, далее берем нашу внутреннюю часть ручки и выставляем ее так, как она стояла до этого. Вот сюда. Видите, здесь шип вышел один, а тут вот они выходят два. Вставляем ручку в ее место. Иди сюда. Вот. Ручка на месте. И здесь защелкиваем наш фиксатор. Иди сюда. Вот. Только с фиксаторами аккуратно, чтобы вы их не сломали. Можно перед. Вот, совместили эти пластиковые пальцы, застежку. Теперь ручку просто берете, вот так вот вставляете и нажимаете туда до упора. Ну и можно проверить сразу же. Видите, она подпружиненная. Проверяем сразу, как мы и проверяли на месте. Закрываем замок пальцем. Работает все. Только после этого собираем нашу личинку. Тут она у нас уже с разрезом, поэтому париться не приходится. И тут такие вот направляющие лепесточки вот на самой этой прокладке. Вот они идут как раз сюда, по этой ножке. Все. Нашу личинку и совмещаем ее с пальцами, поправляем, если вдруг надо, внутри замком. Все, личинка стала до конца, она там так вертикально установится, то есть совместите внимательно набалдажник на личинке и в замке, чтобы они оба смотрели вертикально, то она станет четенько. И вот смотрите сюда, там, где мы вытаскивали пластиковую заглушку. Так, сейчас. Вот. Вот это где вытаскивали. Просто теперь берем отверточкой и нажимаем туда вот. Все. До упора. Теперь наша личинка на месте стоит. Далее. Не забываем про наш разъем замка. В общем, когда вот так на таком этапе собрали все, чтобы потом лишний раз не ковыряли ничего, возьмите еще раз, лучше проверьте, вот двери не закрывайте, проверьте пульту. Все, слышим, как замок клацнул и снаружи не открывается. Все, проверили, все работает, только после этого собирайте этот вот замочек. Он просто вот так вот прилаживаете, совместили его, вот видите, такие вот зубцы. Хотите, можете ручкой с той стороны пошевелить, если вам так удобно будет. И просто так вот влаживаете его. Сейчас. И защелкиваем. Проверили, ручка подпружиненная, все. Вставили сюда в паз. В этот. Ну и далее собираем на место. Собираем наши пластиковые эти кармашки. Вот такой, конечно, вид у него не очень, но для удобства рекомендовал бы вам собрать, конечно, низ сначала. Вот эти вот три пальца, вот за вот этим листом железа есть второй. Вот сюда вставляете в него. И все. Все на вашем месте барахло. Выводим разъемчик наверх.
отсюда, чтобы его там не захлопнули. А далее нежно. Все. Ваши клипсы на месте. Ну и собираем дальше мелочи. Все саморезики. А еще, конечно, вам понадобится сноровка. Иначе его хер попадет. Это я уже буду с 5-го раза, через 10-го. Попадает. А так вот нам упадет, хрен знает куда, я буду дверь разбирать по новой. В принципе, все. Разбирается, видели сами. Никаких там молотков, топоров, ничего не надо. Все разбирается пальцами, поэтому французы, они, конечно, такие парни у нас задумчиватые, но ничего, все работает. Поэтому главная проблема — запоминать, что как ставили. Если не запомнили, смотрите видео. Всем удачи!